Детское радио представляет. Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина! Здравствуйте, Александр Сергеевич. Меня зовут Юля. Вчера дедушка читал мне сказку о попе и его работнике Балде. Смешная история, конечно. И дедушка не только читал, но и пел. Он у меня здорово петь умеет. Я и не знала, что есть мультик по этой сказке. И там много песен. Пошел поп по базару купить кое-какого товару. Навстречу ему Балда идет, сам не знает куда. Я потом как-нибудь вам все сначала и до конца спою. Ну а сейчас о другом. В этой вашей сказке встречаются слова, но какие-то уж очень странные, непонятные. Вот, например, Балда говорит: «Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за 3 щелка тебе по лбу. Ешь же мне давай вареную по лбу». Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк-щелку ведь рось, да понадеялся он на русский авось. Поп говорит Балде: «Ладно, не будет нам обоим накладно». Если честно, я что-то не поняла, о чем вообще говорят поп и Балда. Полба какая-то вареная. Это еда, что ли? А из чего? А потом еще щелк-щелку ведь рось. Это что за щелк такой? Авось, это что такое? И что означает слово «накладно»? Объясните, Александр Сергеевич! Пожалуйста! Уважаемая Юля, объясняю. Балда договаривается с попом, что будет на него работать. В качестве оплаты Балда должен щелкнуть попа 3 раза по лбу. А поп обещает, что за работу будет кормить Балду целый год полбой. Полба – это одна из разновидностей пшеницы, только полба появилась гораздо раньше. Еще в древности люди сеяли полбу, выращивали ее, обрабатывали и потом из этой крупы варили вкусную кашу. Поп согласился на такие условия работы Балды, рассудив: «Щелк щелку ведь рознь». То есть он подумал, что щелчки бывают разные, и Балда наверняка стукнет его по лбу не так уж и сильно. То есть поп понадеялся на авось. Это значит, он не подумал о том, что будет потом, и решил, что дело как-нибудь само потом разрешится, о чем впоследствии, как вы помните из моей сказки, пожалел. Вы, Юля, еще спрашивали, что значит слово «накладно». «Накладно» означает «невыгодно». Поп говорит Балде: «Ладно, не будет нам обоим накладно». То есть поп имеет в виду, что их сделка с Балдой будет удачна для них обоих. В чем он опять же ошибся. Ну как, Юля, теперь вам все понятно? Как не понять, когда вы все так подробно объяснили? Все стало ясно. С днем рождения, Александр Сергеевич!